Тем, кто хочет зарабатывать с мобильного телефона, просто играя в обычные игрушки, каждый час приходят монеты. Вот я, кстати, сейчас на уровне Iron. 10 тысяч TRX придет. Очень стремлюсь к бронзе. Не знаю, до конца этой недели получится у меня дойти, не получится. Но, в принципе, все эти скрины я выкладываю в группе, так что переходите по ссылке или в комментариях, или переходите в Инстаграм, и оттуда уже попадете на сайт. На сайте есть ссылка на телегу, общий чат, там ребята скидывают свои скрины, то, что у них происходит, как бы. Ну, здесь я скидываю свои скрины. Достиг уровня, давали 10 бонусных спинов, вот они вот так вот выглядят. По достижению каждого уровня дают эти бонусные спины. Вывод на PR кошелек. Выводил уже, поэтому все здесь работает, все четко, все нормально, так же, как и пополнение. Блин, наверное, забанить TikTok нельзя столько говорить. Хорошо, кому интересно, переходите, пишите, оставляйте комментарии, все объясню, все расскажу, все покажу. Есть стратегия безотказная, то есть как вы можете двигаться и постепенно развиваться, повышая свою квалификацию, это очень, очень важно. То есть расти по вот этой вот лесенке, это очень важно. То есть чем больше вам каждый час будет приходить монет, тем лучше. Крайний уровень это мастер, 30 TRX, это, ой, что боюсь соврать, 2 доллара. 2 доллара каждый час. Так что есть к чему стремиться. Таких приложений 5. Заходите. Будет интересно, чем тупо сидеть, зависать в телефоне, играть в разную ерунду. Проведите его с пользой. Двигайтесь, развивайтесь. Подробности все в другом месте. Потому что тут TikTok что-то не любит меня.